Так, это авария. Упс. Доброе утро, Каролин. Надо так, нельзя открывать пакет. Он же такой, он такой хрупкий, такой тонкий. Макс, подожди. Давай теперь собирай. Ланчбокс она себе собирает. Так много-то зачем тебе надо, Каролин? Вот сюда положи, так много не надо палочек. И кошке тоже это нельзя. Эй! Эй! Нельзя? Все. Еще что-нибудь возьми. Мандаринку возьми. Да. Мандаринку доставай. Всем приветик. Доброе утро. Сегодня 1 декабря у нас. Первый день зимы. И давайте сразу утром открывать. С этим календарем дети так быстро встают. Только скажешь им, пойдем календарь открывать. Они сразу, опа, глазки открыли, встали, пошли. Какой? Без всяких проблем. Ну как, ну ищи один. Где один? Ну, открывай. Да что же такое? Только собирать будешь потом, хорошо? А, я вот знаю. Вот это, видишь, тебе показан рисуночек. Вот здесь вот ты должен так собрать. А-а-а. Потом будем собирать. Ладно, со школы придешь, а ты сейчас не успеешь. Это, наверное, какой-то корабль будет. Вот этот. Наверное, вот такой. Да? Летающий. Все туда положи. Потом придешь со школы, мы с тобой, то есть с садика, мы с тобой соберем, окей? Так, Каролина, а давай открывай. Цифра 1. Там либо помада, либо... Скорее всего, помада. Аккуратненько. Лак для ногтей. Тебе помочь? Ух ты, какой маленький. Ау! Будет еще... Сложно. Еле... Ой, еще не вытащишь его. Ножичек неси. Макс достал. Вот такой вот лак для ногтей. А вот? Такой прям... И тут свинка нарисована. Мам, а завтра будет 2. Завтра будет цифра 2. Где цифра 2? А когда еще будет? Каждый день будешь открывать. Вот цифра 2. И потом ты вот это все соберешь. Вот это все. И вот эти тебе человечки попадутся. Я люблю эти. Вот такую. И вот эти вот какие-то страшные. Вот и Бэби Йода даже есть. Мам, у нее нету такое. Нет, не сложно. Видишь, здесь 6 плюс. А тебе уже 7. Скоро будет. Так что? Это 6, как у них. Да? Так что? Все, убирай. Ванюсь, доброе утро. Сейчас. Эти двое сегодня с нами спали на кровати. Сейчас Маргарита поспит и пойдет открыть. Тебе нужно подстричь, сходить ровно. Бонь. Ланчбокс здесь? Ланчбокс. Нет? Ланчбокс. Сейчас блевану. Противное? Но соленое. Иди прополоскай горло. Тихюня. Ой, ой. Что деретесь-то? Ложка, все, готовы? Маргош, быстрее. Да, она моет. Шнурки. Грызет шнурки? Макс, пойдем одеваться. Зачем тебе перчатки? Сегодня не холодно. На улице холодно. Сейчас солнышко выйдет. Руки. Шапка твоя? Не знаю. Где ты ее оставила? Руки мои холодно. А где твои перчатки? Вон перчатки лежат. Опа. А, нет, это мое. Ой, это твое. Опа. Нет, это не мое. Вот это вот единственная бумажка, это моя, это не мое. Дай сюда. Пошли. Пошли, Кару. Все, пока. Пока. Давай. Пока. Пока-пока. Пока. Пока-пока. 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 Все, готов? Ксюша у нас сегодня ушла в 7 часов утра, поэтому сегодня она уже свой календарь в обед откроет. Мне нужно сейчас взять хотя бы какую-то одну коробку, вернуть. Все я не смогу унести. Я каждый день по одной им ношу на почту. Возвращаю коробки. Все?
Готов? Готовый. Где твоя рука? Опа. Все, не хочешь? Погода сегодня хорошая. Наконец-то вышло солнце. И кто это у нас тут лежит на столе? Кто лежит на столе? Мяу. Иди. Вот здесь лежи. Опять кушать хочешь? Вчера разбили тарелочку, теперь вот отсюда она кушает. Упала вот такая вот глиняная. Мяу. Голодная. А корм еще не приехал. У меня какая-то аллергия началась. Видите, у меня глаза какие. Красные уже который день. Я уже даже перестала краситься. Думала, может, на косметику. Но все равно глаза краснеют. Особенно утром, когда проснусь. Потом думала, может быть, на кошку. Но, в принципе, в детстве у меня были кошки. И аллергии у меня никогда не было. Поэтому, видимо, что-то другое попало. Немножко даже припухло. Не знаю, что такое. На что-то, видимо, аллергия. Придут детки со школы. Будем обедать. Кричишь ты, конечно, когда голодная. Да? Ты голодная? Уже корм заканчивается. А новый еще не приехал. Вот, 3 пакетика осталось. Сейчас там. Да, у нас где-то съедает вот таких вот, наверное, пакетика 3 в день. Вот таких вот по 100 грамм. Я не знаю, много это или нет, но вот она вот постоянно голодная. Я сначала по половинке даю. Давай, залази. Залази! Мяу! Я сначала даю по половинке. Подожди. Она сейчас за пару минут, даже меньше, чем за пару минут. Вкусно? Наверное, очень вкусно, потому что ест она очень много. Ты тоже хочешь кушать, тебе тоже дам сейчас. Не могу, глаз чешется. Ой. Все, буду закапывать. Вот у меня есть капельки. Все. Кстати, у Маргариты тоже такое недавно было. Пару дней назад. Глаза у нее чесались и закапывала она. Что-то, видимо, попадает и раздражает глаз. Давай, открывай. Номер один. Сразу сам. А, они по порядку идут. Угу. Да. А у тебя почему глаза такие странные? Аллергия нет, у меня что-то попало в глаз. Красные глаза. Нет. Теперь оно внутри. А такие маленькие. Это вот такой белый, я знаю. Посмотрим, что там. Это белый. Еще и пакет не разорвал. Вот. Санта. Они такие маленькие. Ну да. Как да, куда? 24 штуки. Чуть-чуть. Почему? Тут красный. А, да. Такой вот Санта. Твой календарь я убрала. Собирать. Сейчас мы покушаем, потом будем собирать. Нет, не буду это есть. А тут не везде это пакетики. Да? Тут, вот тут вот белые, а тут вот это. Такие тюркис. Угу. Подглядывай. Там просто под пакетики. Коллекция будет у тебя. Такие вот. Как они называются? Pop. Funko Pop. Угу. Вот. Угу. Этот первый тебе попался. Mm-hmm. Тут не показано, какие будут. Только вот. Угу. А тут 10, вот 8, вот 4. И все, я больше не показано. А оценочки приехали? По какому? По английскому? Шестерка. А мне показалось, что это четверка. Это шестерка? Да. Молодец. И шесть. Еще одна шестерка. И пятерка. Четыре ошибки!
Скажи, что это такое. I'm island boy. Где-то я уже это видела и слышала. Тикток. Покажи, зачем ты из фольги, что ли? А еще миллион. Миллион чего, фольги? Миллион долларов. Ага. Не боишься ходить с такими зубами, что тебе выбьют их? Продадут. Это нехорошая нота. Страшно. А тут две шестерки и пять. Четыре ошибки. Так, список мне дай твоих друзей, кто придет на день рождения, буду приглашение пригласительно делать. Тут как-то собирать, что ли, нужно? Типа объемную делать, да? Это что за дорожка? Ступенька какая-то дорожка. Это дорожка сюда. А она с чем-то тоже должна соединиться. Там все киндеры, да? Я знаю. Только игрушки разные. Киндер-сюрприз. Маргоша попался. Я плюй. 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 Чего? Вот эту фольгу плюй сюда. Я Моргенштерн. У меня диаманты за миллион. Абенштерн. Но не Моргенштерн. Там и маршмеллоу. Открываем. Я Морген Эйнштейн. Там что такое? Ламинат? Ламинат! У тебя опять высыпала Маргарита. Ты как это кушаешь? Видела? Что? Смотри. Вот здесь вот красное все. Да. Нравится. I'm an island boy! О май гад! Что получилось? Какой-то сколос. Вот так вот он. Интересно крутить? Да? У вас в садике тоже такое есть, Макс? Да. И вы тоже крутите? А что вы там крутите? Вот тут можно и печенье делать такое вот красивое. Как колбаска. Молодец. Печенье. Он сейчас лимончик крутит. Давай, помогай бабуле. Макс, смотри, она ломает. Не тяжело? О, молодец. Бабушке помогает, не стоят цифры. Правильно. Вперед давай, вперед. Во. Я понял, туда-сюда надо крутить. Угу. Он такой огромный. А Маргош? Сюда. Удобный пенал? Вот так. Да. Вот тут вот. Стой. Хорошо. Маркеры тут лежат. Устал? Красиво так переливается. Устал отдохни. Устал уже, да? Нет. Крути. Что, вмещается? Да. Ты уже с сахаром смешала? Конечно. Я же без этой самой. Лимончик с сахаром. И потом чай будешь пить. Да. Понятно. Полезно. Это очень полезно. Кстати, от вируса это очень. Вот этим соком надо мазать ноздри. Как? Ну, вот палочку взять, вот эту ушную. Так, наверное, не лимон с сахаром, а просто нет, лимон. Вот сок от лимона. Но без сахара. Без сахара. Ага. Вот лимон. Вы сейчас свежий макнуть. И в нос, далеко-далеко. И я пробовала на себе. Да? Это от, от насморка? А? От насморка? От насморка и от вирусов. А. Понятно, Бонни? Понятно, это очень хорошая профилактика. Понятно. Я уже давно собираюсь взвеситься. Последний раз я 62 весила. Сейчас посмотрим. 61... 300, ну это еще, считай, одежда, и плюс вечером я взвешусь, ну где-то 60, наверное. 2 килограмма скинула. Поеду я сейчас по делам, нужно заехать еще в аптеку, купить бабушке лекарства. Сегодня вообще-то я хотела елку наряжать, я хотела, если успею, я заеду в магазин, куплю игрушки елочные. Не уверена я, что успею. Помыла голову, волосы пышные, вообще я хотела как-то их затонировать, что ли, они у меня начинают желтеть. Уже какой-то желтоватый цвет. Затонировать их, попробовать. У бабушки есть краска одна, но я что-то боюсь. У нее прям седой цвет вот такой вот. Это у нее тоника. Я хотела попробовать себе одну прядку. Какой будет вообще оттенок. У меня очень быстро растут волосы. Очень быстро. Видите, сколько уже. Когда я покрасилась, у меня вот так вот было. Вот уже на один палец отросло. Куда так быстро растут? Окрасилась я в сентябре, когда...
улетала за бабушкой, и у меня уже на целый палец отросли. Я ничего не делаю для роста волос, они у меня сами такие. Ксюша чуть на кошку не наступила. Кошка спит на рюкзаке. Это мне папа звонит? Все, мы поехали. Алло! Кошку убирайте со стола, сейчас она залезет, залезет. Эй, Ани. И? Мани. Мани. Нельзя. Это хлебушек. Нам хлебушек подарили. Бесплатно дали нам хлебушек. Потому что мы всегда много покупаем. Мы берем 7 кебаб мы берем. 6 или 7, да. И они уже нас запомнили, поэтому они дали кока-колу бесплатно. И 2 стрижки бесплатно. Папе стрижку и мне стрижку. Просто... А где стрижка? Вон, где коп. Видела там же парикмахерская? Вот это тоже его. И мы поехали покупать телефон папе. Он его купил, только завтра заберет, потому что уже после 6 контракт не делают. И то, что мы так долго ждали, пока нам там это все сделают, на еще была очередь тоже. И я хотела купить себе чехол вот этот. Они подарили. Они мне его просто подарили, взяли. Мы хотели заплатить, он такой, нет, говорит, это вам подарок, говорит, за то, что вы так долго ждали. Я такой, ничего себе. Такой вот простой, прозрачный, и здесь вот такой пеньшоп. На цепица. Ездили мы с папой по делам, поэтому не успели приготовить ужин и кушаем кебаб. Где кошка? У тебя сидит кошка? Бабушка самая последняя осталась. Все уже открыли, она еще не открыла. Завтра, говорит. Я сразу 2 завтра открою. Я не вижу, где нажать надо. Вот здесь уголочек. А вот здесь. Ну, помогай бабушке. Открывай, открывай, открывай. Во. Во. Вытаскивай. Он еще в пакетике. А что это тут? Тут ничего нет. Мизерная шоколадка. На один зубок. О, это что такое? Нифига, это чай. Чай? Чай. А я тебе что, купила, что ли, календарь с чаем? С чаем. Лео? Это чай. Это... Обманули меня. Вкусно пахнет. Каждый день будет пить чай. Да, вот ты же каждый день чай пьешь. Понюхай. Я думала, там шоколадки. Но ну-ка. Давай прочитаем, что тут написано. Обманули. Я шоколадку хотела чай. Да. Най. Да, точно. Вот здесь вот написано. Вот мы тоже. Здесь 25 вкусов чая. Я думала, это шоколад. Ну ничего, чай будешь пить. Обманули меня здесь. Мы не знаю, мы смотрели, вроде читали, но не прочитали, что это чай. Ну, чай будешь пить, значит. Ну, ладно. Чай. Индийский чай. Грузинский чай. Планировала я сегодня начать уже делать пригласительные на день рождения, но не получилось, поэтому буду делать завтра. Все принесла. Завтра буду разбирать. Чего ты хочешь? Кушать? Кушать хочет. Ладно, покормлю кису. Сейчас дам. Пойдем гулять. 3 часа ночи. Это я укладывала Макса спать. И вместе с ним уснула. Давай, давай. Сейчас выгулю Дени. И опять спать. Вот так вот. Все, тогда, ребят. До завтра. Всем спокойной ночи. Увидимся в следующем влоге.